Всем привет! Приветствую всех на нашем канале, на канале Борз. Итак, друзья, сегодня я вам буду показывать, как правильно уничтожить вертолет. Вам не надо что-либо там утворять, там не надо геройствовать и так далее. Типа прячьтесь там за хатой. Я много версий пересматривал, но это моя единственная версия, которая самая лучшая, самая идеальная и самая подходящая. Так, что собственно хочу сказать. Я вначале верт именно таким образом избивал. Потом решил, есть ли какой-нибудь вариант. Если вы не заметили, то у меня на доме есть решетки, окна, короче, чтобы через решетки сбить. Этот вариант тоже я посмотрел, поставил железную решетку, и через железную решетку пробивает вертолет. Потом через МВК решетку тоже посмотрел, через МВК тоже она пробивает. Ну, потом решил сделать вышку. С вышки тоже у меня не получилось. Потом на вот эти башни, которые у меня здесь находятся, залезал на эти башни, через эти башни пробовал. Пробовал прятаться за башню, тоже вообще неудобно. И еще был один момент, где я за дом прятался. Вы, наверное, видели в предыдущем моем ролике, где я убивал Мстителя. Можно через текстуру убить Мстителя. Таким образом хотел и верт тоже сбить. Но этот вариант тоже мне не подошел. Но есть еще один вариант. Это чисто для тех, кто любит, там, не знаю, море эмоций, больше тратить сил на сбивание вертолета. Это по траектории, как движется вертолет, поставить вышки и с дубинкой его можно снять. А данное видео, как с дубинкой сбивает верт, я попросил одного ютубера, своего знакомого, чтобы он заснял данное видео и выложил, что многим зрителям интересно будет, как сбивает верт дубинкой. Дубинок 36 надо, чтобы сбить полностью вертолет. Но это реально, это возможно. Нету там нереальности. Ссылку на того ютубера тоже оставлю в описании или же в закрепленном комментарии. Итак, у нас сломался прицел. Сейчас крафтим прицел и патроны тоже скрафтим. У нас еще патроны закончились. Это 700 патронов уходит. Так, давайте поставим прицел и продолжим дальше сбивать вертолет. Ну вот, собственно, все, как вы можете сбивать вертолет. Это так же, как и танк. То же самое, как двигайтесь, стреляйте и двигайтесь. К примеру, вот смотрите, вот прицелился. И я стреляю и иду направо. То есть этим образом вертолет не попадает в меня. И самое главное, во время перезарядки не забудьте подпрыгивать. Когда вы подпрыгиваете, есть больше шансов, что вертолет не заденет вас пулей. А если вы будете стоять на одном месте, как столб, то, естественно, вас сразу же жахнут. Итак, вот пару раз попал и убил. Вот таким образом, вот не стойте как столб, как сейчас вы видели. Вас вертолет просто снесет за пару выстрелов. Да, вы уже видите, что у нас появился еще новый транспорт. Мы еще скрафтили мотик. Ну, тележку. Все еще хочу вам сделать полный обзор моей базы.
так до этого у меня руки просто не доходят, блин, чтобы создать одно видео, показать, что у меня по крафту есть, что у меня в рейсах есть, что по ресурсам и так далее, сколько у меня автомобилей, сколько у меня вместимость, ну, для ресурсов и так далее. Но я об этом не забыл, это видео будет, будет, но не скоро. Итак, давайте немножко ускорим видео, посмотрим, что нам выпадет с вертолета. Ну вот, собственно, все, что нам выпало из верта, это М24, базука и еще патрон на фаерган. Ну а я с вами не прощаюсь, до новых выпусков. Всем пока, всем добра, с вами был Борз.